Всем привет, с вами Мистерия. Кадыров попросил убрать блокпосты с прикомандированными из Чечни. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости ликвидировать блокпосты на территории республики с прикомандированными из других регионов полицейскими. Кадыров высказал свое пожелание во время обсуждения нападения на КПП в Ачхое в Мартановском районе на совещании с силовыми структурами 2 июля. Глава Чечни напомнил, что вопрос о правомерности нахождения этих блокпостов уже ставился, и тем не менее он до сих пор не решен. На заседании он дал поручение секретарю Совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики Вахиду Усмаеву, чтобы тот убедил командующего войсками в Чечне в нецелесообразности существования блокпостов, прикомандированных полицейских республики. Согласно официальным данным, 1 июля на блокпост в Ачхое в Мартановском районе Чечни напал человек с ножом. Один полицейский в результате нападения был убит, нападавший был расстрелян. Его идентифицировали как уроженца села Ачхое Мартан Зелимхана Мусаева. Напомню, что режим КТО в Чечне был снят 10 лет назад, весной 2009 года.